достаточно долго будет ориентиром. Я думаю, да. Ну вот Элисон Рид, их младшая сестра, уже откаталась сегодня. Сатаром Джапарит за ней выступала. А сейчас Кэти Рид и Крис Рид, представляющие Японию. Сейчас, да, будет интересно посмотреть за этой парой, потому что они уже очень, в общем-то, давно выступают. И это не первый их чемпионат, не первые такого рода крупные соревнования. Естественно, естественно, публике понравилось, потому что они пошли, что называется, не по традиционному пути, просто скакать вальс, да, они сделали некий спектакль со своим сюжетом, музыка из семейки Адамс. Ну, мне кажется, очень видно то, как Галит Хаид с ними поработала, и ребята даже по сравнению с прошлым сезоном очень здорово прибавили, и очень интересно и оригинально смотрелся этот оригинальный танец. Короткий оригинальный танец. А вообще Галит, все про нее говорят, что фанатично прыгает. Ну, мне кажется, в нашем виде спорта, особенно те, кто какие-то места начинает занимать, все в любом случае так или иначе остаются преданными этому виду спорта, потому что лед, он как наркотик. Я уже не просто так здесь сижу, и все равно катаюсь там вместе со всеми. Но даже... Когда они долго, ведь несколько лет, все говорили, что они с Сахновским закончат. Вот как она сейчас галит на наших с вами экранах. Мы видим, как она следит внимательно за своей парой. Вот говорили, что Сергей говорит, ну, пора уже заканчивать. Говорит, нет, будем кататься еще. Вот они так все заканчивали. Несколько сезонов. Ну,
результат, ну, все равно, если уже собрался заканчивать, мне кажется, надо заканчивать. Нет смысла. Нет, Галя не собиралась. Мне кажется, она себя сейчас вполне успешно на тренерской работе реализует. Да, вот последний сезон она работала с израильским дуэтом Александра и Роман Зарецкие. Брат и сестра Зарецкие, да, тоже очень хорошая пара была. Ну, вообще, вот эти японцы американского происхождения, Кэти Рид и Крис Рид, живут они в США и там же и тренируются. Там же тренируются, да. Да. Поступают давно. Они у многих тренеров работали. И Ширин Бурн их тренировала, и Вальтер Иксо. То есть тут большой список специалистов, с кем они потрудились. Мне кажется, это вполне практически, наверное, естественно, когда спортсмен за свою карьеру проходит через руки многих специалистов. Такое вот очень редкий случай. Это такая тема серьезная, да, и больная в фигурном катании. Но, с другой стороны, она больная для спортсмена. Взять того же Томаша Вернера, который ушел от Михаила Хута, и мы видели, во что превратился Томаш Вернер. Ну, она тема эта больная для тренеров, потому что спортсмен, которого ты растишь, в которого ты вкладываешь, и вдруг для спортсменов не больная, он ушел и стал только хуже. То есть он сделал шаг, и он ошибся. Но это же он ушел, это он ошибся, тренер его выгнал. Ну что же, 54-86. Они занимают первое... Ну, вполне естественно. Да, они обгоняют литовский дуэт. На бал с лишним.